Всем привет! Сегодня я покажу вам, как просто и быстро украсить торт. Вот я из обычной бумаги вырезала буковки. У меня есть корица и у меня есть торт. Торт у меня сверху кремовый с желе, поэтому он такой плотный. Располагаю буковки. Сейчас возьму ситечко. Обычная ситечко. И буду насыпать. Вот. Ситечко у меня оказалось мокрым. Это не важно. Одна буковка сдвинулась. Вот. И теперь просто убираем буковки. Хи-хи.